Несчастный случай произошел на этих выходных в Кирсанове. Предположительно, из-за взрыва бытового газа погибли молодая женщина и двухлетний ребенок. Сообщение о пожаре поступило в ночь с пятницы на субботу. Прибывшие на место ЧП следователи установили, что, скорее всего, причиной пожара стал взрыв бытового газа. На место происшествия незамедлительно прибыл руководитель отдела, заместитель руководителя отдела и старший следователь отдела. В ходе первоначальных проверочных мероприятий было установлено, что около 3 часов 25 минут в указанном жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого произошел пожар. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены трупы женщины 1984 года рождения и ребенка 2011 года рождения. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия в порядке статьи 144-145. Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Известно, что в доме также находились мужчина. Его доставили в районную больницу. У него обожжено более половины поверхности тела. И 12-летний мальчик. За его жизнь он получил ожог 40% кожи, борются врачи детской областной больницы.